Сядь, Кнут, сидеть, ты чё? Это невозможно. Ну чё, наорать обязательно нужно, чтобы ты слушался. Сидеть. Найн, место. Всё. А я Дима Бамберг, художник из Берлина. А это мой пёс Кнут. Мы хотим просто собраться с людьми и попытаться вместе что-то сделать. И объяснить людям, что нет никаких рамок, не надо ничего уметь, потому что дети не умеют рисовать, но рисуют лучше всех. Если вот в тебе есть творческое, если ты можешь выразить через абстракцию, через цвета, значит, ты художник, вот об этом наш проект. Флакон – это то место, куда любой человек может прийти и почувствовать себя творческим, классным и креативным. И поэтому здесь проходит это мероприятие, потому что сюда может прийти любой человек. Умеет он рисовать, не умеет он рисовать вообще, имеет он какое-то отношение к миру искусства, разбирается в нем или нет, и как бы быть причастным к созданию чего-то великого. Гениально. Здесь такое пространство, которое, в принципе, ну, типа, в Москве не найдешь, где-то вот не зайдешь просто в комнату, такой, можно у вас на стене тут нарисуют? А тут у тебя как будто бы какая-то комната, где ты можешь взять кисть и действительно вот так просто по всей стене провести. Это очень классное ощущение, это такая свобода, ты чувствуешь, что ты просто делаешь то, что хочешь. Вы можете прийти по нескольким причинам. Например, одна из причин – вам нравятся мои усы. Гениально. А, либо вам нравится моя музыка, ну, либо вообще вы не знаете ни мою музыку, ни мои усы, и вы просто хотите с нами просто порисовать. В следующий раз мы будем рисовать, не знаю, скатерть, что угодно, занавески. Портрет Владимира Владимировича. Быть может, все. Если вам интересно, записывайтесь к нам в проект. Happy painting and God bless you.